Dear Asian World Film Festival viewers, my name is Anara and I'm the executive producer, and this is Yernar Malikov, who produced and financed the film called The Crying Step. Hope you'll find the time to discover our film. It was selected to represent our country Kazakhstan in international awards like the Oscar and the Golden Globe. The Crying Step is based on true events set out in not-so-distant 1920s and 30s, portraying the Great Famine, where 70% of the indigenous population of Kazakhstan died from hunger as a result of the Soviet repression. It is the first time ever a feature film has accurately depicted one of the tragic periods in the history of Kazakhstan and which have been kept a secret from the world until now. Бұл фильм түсіру барысында менің ең бірінші көрген қиындықтарымның бірі ол қаржылау мәселесі болды. Қаржы мәселесін 5 жыл бойы не үкімет тарапынан, не бизнес тарапынан ешқандай да көмек ала алмадық. Өйткені бәрі қорықты. Мен түсінгенім, әлі күнге шейін Ресейдің империялық шовинистік саясатының Қазақстанда үстемдік ететіні айдан анық дәлел болып табылды. Тіпті адамдардың ашаршылық деген сөз айтуы, геноцид деген сөз айтуы, этноцид деген сөзді айтудың өзі қорқынышты болып көрінеді. Бұл дәлел әлі күнге шейін біз Москва жаққа қараймыз. Ал бірақ мен қорқпа шешім қабылдадым. Өйткені сол зобалаң заманында қырылған, қынадай қырылған сан миллиондаған ата-бабаларымыздың аруақтары алдында Сталиннің саяси репрессиясының қуғын сүргініне түсіп атылып асылған жүздеген мың алаш арыстарының аруақтары алдындағы халқының алдындағы өзімдің азаматтық борышым деп санадым. Сондықтан кино тілімен бұл жабулы жатқан, ғасырлар бойы құпия болып жатқан ашы шындықты дүние жүзіне кино тілімен көрсету болып табылды. Ал түпкі мақсатым ол Біріккен Ұлттар Ұйымында, Европарламентте және ең беделді деген дүниежүзілік халықаралық ұйымдардың кеңес өкіметінің менің халқыма жасаған қастандығын, қиянатын геноцид ретінде танып мойындау болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Здравствуйте, уважаемые члены Голливудской ассоциации иностранной прессы. Мы очень рады представить вам, вашему вниманию, наш фильм «The Crying Step». И мы очень благодарны вам за то время, которое вы уделите на просмотр нашего фильма. My name is Marina Kunarova. I'm a film director and scriptwriter. This is Yesenia Abenova. She is a second unit director and she is my daughter as well. И мы действительно очень благодарны за ту возможность, которая нам была дана. Так как наш фильм – это первый женский фильм, который выдвинут на соискание номинации «Оскар» и «Голден Глоб», который также первый фильм женский, который представлен от Центральной Азии. Поэтому действительно, если рассматривать фильм с точки зрения именно женщин-филмейкеров, мы рады, что все-таки приходит такое время, когда голос женщин в мире становится возможно услышать. Мы просто благодарны той возможности быть услышанными вами. Спасибо за это. И фильм наш, он действительно об очень тяжелых, очень трагических событиях. Это тема, которая трогает любого казаха, любую казахскую семью. И очень настолько тема сложная, настолько она полна боли, полна вот этого эмоционального шока,
что мы многие просто высказывали недоверие. Вы сможете ли вы, как женщины, вообще женщины-филмейкеры, снять этот сцены, которую мы снимали, где было расстреляно 300 семей. То есть мы полностью поменяли финал, потому что когда мы приехали в этот аул, нам рассказали о том, как 300 семей пытались уйти, сбежать от голода, перейти границу, и в результате все 300 семей были расстреляны. Их кости до сих пор покрывают дно всей этого прохода в горах, горной тропы. Actually, when we were doing a research, it was very emotional for us because the stories that we were hearing were all very heartbreaking, and it was very difficult. But we are really grateful for all those obstacles because they made us stronger. Так как этот проект было очень сложно реализовать, было множество препятствий. Мы не находили нигде поддержки, и поэтому нашему продюсеру пришлось продать все свое имущество, рискнуть всем, и чтобы создать этот фильм, и чтобы он родился. И мы рады, что это все-таки произошло через столько испытаний и трудностей, но это случилось. Вот. И мы, как со своей стороны, мы очень благодарны всем тем, кто помог в свои голодные годы нашей стране, всем пострадавшим от голода, потому что более 47 миллионов человек по всему Советскому Союзу страдало от голода, от политики, проводимой Советским Союзом. И многие республики потеряли миллионы и миллионы своих людей. И это тот факт, который долгие годы советский режим пытался скрыть. И до сих пор скрывает уже российское правительство. Мы хотели бы рассказать вам об этом, об этой истории, и хотели бы рассказать о той помощи, которую осуществила АРА. Это американская организация помощи голодающим, которая спасла более 10 миллионов человек от голода. И европейская организация помощи голодающим, которая спасла более 5 миллионов человек. И это огромная помощь была, к сожалению, забыта. Они очень мало говорят. Им хотели бы отдать должное. Также огромную помощь оказал Joint, который все они осуществляли поставку продовольствия умирающим от голода людям. Огромное спасибо Америке, всем странам Европы за их помощь. Спасибо вам большое. Yes, thank you so much for your valuable time. We really appreciate your time, and we hope you will like this film. Thank you so much. Thank you.